И всем привет, с вами я, Стив, и... Айсмейл. Я Андрей. Да, я Андрей. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Ванилку. Потому что у него... то, что у Андрея не работает флорч. А вот у меня работает флорч. Чё делать будем? Ну, мы потом... Еда! Ну, я сделал верстак. Еда, я нашел нам хавки. Лови его! Давай, давай, я тебя потолкну, давай лови. Давай сейчас топорик здесь сделаем. Я себе добыл мясо. Так, на, лови. Эйк, давай, давай, давай. Я с тобой поднимусь. Эйк, забей. Будь тихо. Сорян. Так, так. Коровка. Ты собрал я мясо? Я тебя сейчас забью. Опа, все. Так. У нас 5 мяса, надо камни добыть. У меня 3. У меня каменная кирка, кстати. Так, надо дерево. Так, мы добыли. Я дерево буду делать. Тебе топорик сделать? Не, не надо, я и так могу. Если бы тут был рекапитулятор, было бы получше. Сейчас нам надо, короче... Блин, жаль, модов нету. Ну, в да. Будущем мы, может, добавим. В будущем, может, мы начнем новый летсплей, там, наверное, моды все-таки добавим. Я ну, фордж да, как-нибудь у нас. Мы что-нибудь с моим форджем придумаем и посмотрим. Ну просто переустановишь, короче, Майнкрафт и Java. Окей. И будем. Будем делать, ну. Возможно, даже пишите в комментарии, какие моды вы хотите увидеть в будущем летсплее. Если честно, то я уже придумал, какие моды нам нужны. Я бы добавил 2 мода только. Какие? Я бы добавил Industrial Craft и этот, блин, как он называется этот мод? На ракеты, как он называется, блин? Галактикрафт. Напишите в комментариях. Короче, да, Галактикрафт, офигенно. Будем делать сборку, которая будет называться «Магические приключения». Ну, то есть, летсплей. В будущем это сделаем. Да, мы туда добавим... Мы скинем сборку, мы туда добавим мод на бэкпаки, на эти, как их... Короче, на... я сам да. Решу, какие моды нам будут нужны. Шейдеры, может, подключим, а может, и надо, нет, потому что лагать нет, будет. Шейдеры не надо, шейдеры не надо, с ними жестко лагает. Я сам проверял, у меня жесткие лаги. После да, шейдера. У меня тоже. И еще с текстурпаком будем играть, да? Наверное. Текстурпак будет очень красивый, такой же, как и у Фроста и парнишек. Так, ты где? Так. Главный такой. Ну, он повышает... Айт... Красивость предмета, в Майнкрафте намного больше. Так, я добавил графику деталей, у меня, чтобы... Короче, у меня, короче, чувак, у меня 1,5 стака дуба и 0,5 стака березы. Смотри, можно свинья! Принципе... Ага, так, конечно. О, свинья, я думал, змея. О, мочи свинью. Чё ты свинью палкой лупишь, алё? Потому что я нубик. Интересно, почему да. Тут нужна, о, нужна лицензия? О, тут камень, тут камень есть. Да, я знаю, у меня каменная кирка. Да буду тебе на... Накопай камушек. Я пойду пока место поищу. Я сделаю... Я буду добывать нам на мечи. И на кирку тебе. И на печку добыть. А, так. Куча. Мне нужно... ты куда? Случайно, сейчас... Сейчас подключу. Так. Просто не туда нажал. У меня 20. Столько хватит? А что там написалось в чате, типа, я вышел из игры? Кинг. Кинг. Титан покинул игру. Сейчас я вернусь обратно, случайно. Ой. И да, ребят. Скидывать название сети не буду. Чтобы я скинул. Да, название. Она у меня осталась. Давай! На! Свинья! Замочил. Так ты заходишь или нет? Алло. Алло. Сейчас зайду. Уголь. Я пойду уголь накопаю. Так. Подождем, пока.
Андрей зайдет на сервер. У меня уже Майнкрафт 1.2 моджин запускается. О, вот, все запустился. Ты случайно на крестик нажал? Да. Понятно. Вот я так не делаю. Вот только иногда я случайно нажимаю на скайп. На своей... на панели задач. О, так. Я... Это... Сейчас подключение к серверу, сейчас... Чё это? О, ты где там? Да чё такое? Выполняется вход, всё, я вошёл. Так, я к тебе иду. Ай, надо было включить читы. Ну ладно, потом включу читы. Будем телепортироваться друг к другу. Где ты лазишь? Да, так... Так можно. Ты где там лазишь? Также можете... Чувак, ты знаешь, как карту устанавливать? Ну да, я знаю. Добавлять... Ну там, с другого сайта скачивать папку с картой. И ребят, добавлять в папку сейвс. А ты где? Я здесь, я наде... А, я подключик на дереве. Да, пойдем, давай где-нибудь дом построим, близко к воде, чтоб... О, я даже знаю, где. Ой, у меня... Вот тут, у давай. Меня... У меня куча камня. Давай. Давай здесь построим дом. Дерево вот это уберем. Давай. Место хорошее и вода близко. Я пока расчищу. Я пока себе сделаю топор каменный. Ух ты ж, чувак, это ты тут накопал? Где? Иди сюда. Смотри. Это... А! Это не я. Стоп, подожди. А что там, пещера? Нет. Может быть это Херобрин? Ну, Херобрин же только в альфа-версиях. Или я, возможно, знаю, кто это. Возможно, это Нау. Это Нуль. Кто? Нуль. Ты знаешь? Ну, такой чел. Чё, полностью темный. Он похож больше на Entity 303. А, слышал. Ну да. И он выглядит очень стрёмно. О, яблоко. Так. Отлично. Ну, у нас и так мясо есть, в принципе. Не так. Ну, да. Еда тоже не помешает. Так, я сделаю печку. Вот, сделал печку. Так, ящик. А, на мечи не хватит. Я их пойду накопаю нам на мечи. Я поставил мясо плавиться. Ты тупой, не плавится, а жарится. Жарится. Я пока, у меня топорик сломался, я пока руками расчищу и стою. Кстати, нет, дело плохо, чувак. Кстати, а у тебя тут команды включены, если что, ТП? Нет. Включи. А ты включи. Я не могу. Потом включу, короче. Так, на, лови меч. Так, лови я меч. Пока, да. А у нас сложность какая стоит? У нас мирная стоит. Алло, давай на нормальную поставим. Сейчас поставлю. Поставила. Я тоже. Так. Что тут будет звонить? Давай пока хотя бы домик построим какой-нибудь. Окей, у меня куча досок. Так. Пещера! Я у меня тоже. Пещера! О, Мишка! Это кто тебе там говорил? Твой брат? А? Это да это брат тут говорит? Стоит. Да, прикалывайся. Так, ну, я пока на какую-нибудь будку такую построю. А чё такой маленький? Ты чё? Ты чё, Даже я строил домики. И больше, когда был бас, не помню. Я знаю. Короче, потом увеличим этот дом. И в конце сделаем... Я пока нам коробку построю, чтобы нас зомби не загрызли, алё. Серия у нас будет всего 7, окей? А? И в 7 серии финале мы сделаем джун. То есть взорвем все.
Потом, весь наш дом взорвём. Потом построим красивый какой-нибудь домик. Ну да, и закончим. Кончим 7 серии. Это будет 7 серии. Ой, а поганый дождик. Поганый дождик. А я тут крышу строю сейчас. Да ты чё? Короче, дом надо будет увеличить. Мы отсюда переселимся. Мы тут новый построим, да. Мы ж не такие дубины. Поганый дождик, короче, я включу. Стоп. Так. У меня что-то... Пока что такая коробка. О, у меня ж факел есть. У меня тоже. Сюда ставь. Сюда ставь. Вот сюда. Симметрия пока мы... Сюда ставь. Красава. Да, я у деда это ставлю. Я на сад. Я на сад уже двигал. Еще мы будем играть с модом мёд в будущем, да? Будет прикольно. Да, я буду на сад всегда. Короче, у тебя там мясо. Слышал, у тебя сохранение вещей стоит, надо поставить. Алло. Только хардкор. Нет сохранения вещей, только хардкор. Только с телепортацией, только хардкор. Ты нашел. Это мое мясо. Едим, знаешь, когда у нас мяса не так уж и много, так что едим, когда у нас будет там, ну, где-то 3-4 голода. Да. Так. Короче, стоп, а где зомби? Эй, вы шо, Где мобы? Мне нужно есть. Чувак, я поставлю тебе спаунпоинт, наверное. А, блин, включи команду, спаунпоинт поставить. Я не знаю, как включить команду. Да, Нам нужно шесть, нам нужны кровати. Кровати ставили там автоматический спаунпоинт. Где овца? Овечки. Так, короче. Вот поганый дождь. У вас нет прав на использование ТК. А почему нету прав? Упс, я, кажется, забыл. Короче. А может... Я пересоздам сервак. Ак. Перед второй серией. Перед второй серией я пересоздам сервак. Да, этот сервак мы уже забросим как-то. Второй сервак пропустил. Мы будем играть на этом мире. Только я порт поменяю. Порт не сохранится уже. И когда будешь создавать... А когда создаешь, там можно же... Чувак, а вот когда создашь же, там можно, типа, знаешь, этот... открыть для команд. Я включу. Да, чуть-чуть. Короче, забирай мясо. Бери мясо, у тебя там печки застряло. Так. Поганый дождь. Всё, я всё забрал. Нам нужно овцу найти. Короче. Сколько мы еще будем снимать? Yep. Сколько? Посмотрим. Убираем печки и уходим отсюда. Ну да. Сваливаем отсюда так. Ты мои печки забрал. Ты, короче, я забираю все факела. Стоп, а ломаем дом. Ломаем дом. Лёль. Еще, кстати, так, надо найти что-нибудь такое. У меня вот такая вот история один раз была. Я играл в одиночном мире и нашел какой-то... Я нашел дом из досок, и там были розы. Я не знаю, кто это сделал. Это точно не я был. Возможно, это Херобрин или какой-то другой миг Майнкрафта. Например, из Арбель. Интересно, что-то вокруг... Вот смотри, вот как ты такое, типа, объяснишь вот прям? Что с горой, вот смотри. Где? Смотри, что с горой. Блок. Это необъяснимо, но факт. Я не Сергей Душко, если что. Но цитирую его. Так ты куда делся? Да я зарубить. Да ты куда делся? Ой, блин, я испугался зомби, я подумал, ты хитрый. Когда я первый раз играл в Майнкрафт, я тоже пугался зомби. Так, я убил свинью. И есть сказать, кто? И в моде на хер время сказать. Второй. А мне ставить мод на хер?
хера, блин, на ту сборку, которую мы создали? Зомби. Вот мод на хер, блин, на эту супер хардкорную. Не знаю, с хардкорной страшной моды тоже добавить. Можно как бы сделать магическую сборку, страшную сборку, технологическую. Сделаем сборку Scary Craft. У меня всегда сборки, в сборках в конце стоит крафт, потому что это модно что-то. Сейчас, опа. Я, кстати, там зомбака нашел. Там в моде Mr. Crayfish Furniture мод можно сделать так, чтобы можно было жрать эту поганую... Он меня заметил, Я пойду свинку убью. Она... Какого бреда? Она на дереве. Я тоже, кстати, 3 свиньи зарубил. А зачем нам сквидварды? Чё они тут вообще делают? Да, мне тоже... Но с них чернильные мешки, а потом с чернильными мешком. Я разбудил свинью. Свинья убили. Я свинью убил. Я, кажется, сожрал. Я свиньи вижу. Так, поднимаемся. О, еще свиньи, еще сейчас убили. Да, поделим. Сколько там? 4. О, крипер, зомби! О, крипер! Зацей поганый! Я убью его! Так, он не подбирает. Свиньи убиваем. Убиваем свинюшек. Давай. Там еще есть. Криперы! Криперы, поганые криперы, поганые криперы, криперы, криперы. Тихо, там зомби. Я пойду там свинюшек убью. О, там овцы, овцы, нам шерсть нужна. А стоп, где? Я не вижу, где. На меня пауки напали! Так, где? Тут все. О, чувак, надо их завалить. У меня ты еды нет. Где? А, Иисушка, ты. Я что сзади? Так, на тебя только один согрелся. Так, я его убил. Я его залезу. Тут три овцы, мне надо их убить. Тихо, крипер! Вау, тихо! О. Ничего не взорвалось. Воу-воу-воу. Надо потихоньку их убивать. Со стройки зомби. Приехали. Вот это вот приехали со стройки. Давай. А ну-ка сюда подошел. А ну быстро. Давай, а ну быстро. Тут овечки. Я... Окей, считай. Вот это за тобой выехали. Упс, сори. Я тут сейчас столько нарублю. Мы могли их постричь. Мы могли эту постричь. Слышь, а... О, тихо, по мне палят. Да, по тебе скелет палит. Откуда? А, все, я его нашел. Там паук. Так, я его убил. Что такое? Вокруг много. Носатый, его можно вылечить, я знаю как. Нам понадобится. Тихо. А, сгорю! Пол хп! Пожри. Я тоже пожру. Я пожрал. О, я тут пещерку нашел с тобой. Это не пещера. Это просто хп. Одно хп. Твою ж налево. А у меня больше. Просто я до себя крипера нарвал. Там тыквы. Чувак, там тыквы. Уголь скопай. Мы можем сделать снеговика. Я там тыквы увидел. Тут много снега. Да, но теперь... И тут еще... Что такое? Кто ты? Наруби нам еды, короче. Так. Кто-то... Мы скоро будем заканчивать. Еще 3 минуты и все. Вообще без теле. Короче. Мы сделаем себе кровати и на этом закончим. Хотя это будет очень долго. Лучше просто закончим. Очень скоро будем заканчивать. Так. У меня какой-то мусор. Немного мусора есть. Хотя, глаз паука это не мусор. Его же можно жрать. Так, уголь. Уголь нам пригодится. Вот тут еще уголь. Я еще добыл и еще там. Слушай, я шахту нашел. Чел, я шахту нашел. Я иду в шахту. Вот это вот не кошерный спуск. Надо сделать кошерный и что такое спуск. Вы издеваетесь. Надо. О! У тебя я тут обновка заработала. А,
Я пойду уголь и тыкву скопаю. Нам тыкву пригодятся, чтобы сделать. Тут ничего нет. Железо будет. Наверное, в следующей серии мы начнем строить дом, и уже в третьей серии начнем где-то огородик делать. Ну да. Потом дальше будем отправляться в ад, разводить животных, добывать себе броню. Но это не точно. Пойдем ты куда будем? Угадай создателя этой фразы. Свиньи проживем. Нам такой мир хорош выпался, где свиней очень много. Ну да. Так что... Еды очень много. Кто создал фразу, но это не точно? Викторина. Ох, там хорош. Смотри. Чувак. Кто в комментариях напишет ответ? Ничего себе. Ребята. Офигеть. Вот вам челлендж. В комментариях напишите, кто создал фразу, но это не точно. Кто самый первым это напишет, тот попадет в следующий ролик. И комментарий того я залайкаю. Там тростник, чувак, там тростник. Иди добудь тростник. Лопату сделай, пойду песок добуду. Сейчас буду делать лопату. Короче, у меня что-то у дождя нету звука. А зачем мне порох? А, я понял. Что взрывать? Все. This is лопата Леонида. This is Sparta! Это не выживание на островах. Я еще... Ты не порадовал Леонида, он тебе не даст картошки. Все, иди отсюда. Да потому что тут нет места, где можно отправиться к Леониду. Да, иди потом сюда. Мы этот создадим... Потом мы сделаем картофельную плантацию и дадим половину своей плантации Леониду, чтобы он нас помиловал. Мы сделаем, сказать, какую сборку? Сборку, которая будет... Мы сделаем сборку, которая будет называться «Мир в бутылке». У меня есть эта карта, World in Jar. Я скачал ее. Будем спартовать к Леониду. Идти за картошкой, чтобы он нас напоил чайком. Но только поставим геймеру, потому что от этих спарт мы потеряем все свои вещи. Это мой уголь! Лопата Леонида. О, ты там уже... я тут уже, кстати, песка нам подобывал на стекла как раз таки. У меня тоже есть песок. Кстати, на Тинкерс Констракте нам очень пригодится песок. Я поставлю еще Тинкерс Констракт. Не ставить Тинкерс Констракт на сборку в будущем? Или нет? У меня 41 песок, нам, в принципе, хватит. Так, давай уже сделаем... в эту серию... Сделаем, короче, сказать что? Сделаем панели стеклянные, потому что их больше, чем стекла. Ну что, давай, наверное, прощаться? Ой, тихо. Давай. В следующей серии я поставлю текстурпак. Мы будем играть с текстурпаком. Так, иди-ка. Да. Возле меня стань. Пещерку нашел. Мини-пещерка? Ты, короче... Ты меня залагал что-то. Алло. Так, алло. Да. Ох, тут пещерка хорошая. Зайдем в эту пещеру и будем заканчивать. Тихо, скелет! Тихо, одно хп, чувак. Убьем. Там ведьма, убегай! Валим! Ребят, походу в этой... Уходи. Носатые гады. Ребят, ставьте лайки, и мы сожгем эту ведьму на костре. Не, у нас нет даже костра. Беги, Вася, беги! Радуйся, вообще-то. Ты убил ее? Да. Иди вон, тупая ведьма. Я капец. Я рисковый план, я экстремал. Тут пещера, чувак, тут она большая. У тебя факела есть? Ставь факел. Мне с нее паучий глаз. Это кто был? Ты что, Леонид? Или кто?
возможно, это херня. Железо! Чувак, железо! Когда? Да будем железо и на этом будем заканчивать. Чувак, у тебя есть? Что есть? У тебя есть? Да. Лава! Лава! А? Дай, Катя, железо! Я железо первым ищу. Давай здесь печки поставим. Я железо опять ношу. Тихо. Тихо, там крипера я видел. Поставь здесь факел, чувак. Чувак, факел здесь поставь. Мы что, будем здесь дом строить? Нет, просто поставь. Ой, чешуйцы! Чешуйцы напали. Чувак, иди сюда. Быстрее. Я тут, где железо. Ты куда ушел? Иди сюда. Там, где железо. Тихо, там сиди, крипер. А, вот я тебя вижу. Что такое? Что, железо? Поставь печки, чтобы свет был, а то я уже задолбался щуриться. У тебя уголь. У меня уголь. У меня яркость. Ты поставь печки, Владис. Да тут поставлены уже печки. Это все мои, кстати. Я их сам сделал. Поставь первую печь, он стаку. Отлично, тут и свет. Ну что, так, ребят, на этом мы с вами заканчиваем. Надо мясо. Вот теперь мы с вами заканчиваем данную серию. С вами был Стив и Андрей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!